Ее в душе своей не чаял, одурманен разум мой. И скитаться я отчаянно, ведь бил их под луной. Виктория Филимоненко с детства увлекается поэзией. Она развивалась не только в поэтическом направлении, но и в жанре прозы. В будущем молодая писательница планирует выпустить собственный сборник. Я пишу с 6-7 лет. Первые свои стихотворения я посвящала моей бабушке. К сожалению, они не сохранились по поводу времени, но эти стихотворения были посвящены моей бабушке. Меня вдохновляют люди, эмоции, ситуации разные. Это всегда что-то новое. И, в принципе, я многогранный человек. Я пишу, начиная с лирики и заканчивая фантастикой. Просьба юной писательницы не осталась без внимания. Специалисты отдела образования выразили уверенность, что в ближайшее время будет опубликован сборник произведений юных авторов. Обязательно, конечно, выпустим сборник. Конечным итогом этих мероприятий будет выпуск сборника авторских произведений. Сначала вот этих двух деток, которых я назвала. Теперь вот на этом вечере они будут именно как авторы представлять свое творчество. А цель данного мероприятия – воодушевить творчески одаренных детей, воодушевить их на дальнейшее творчество, чтобы они не бросали это дело. В авторский сборник войдут произведения 15 писателей, в том числе и Виктории Филимоненко. Следует отметить, что это работа учащихся 25 школ города. Подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем. Иван Однорог, Абзал Балтабаев, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кукши Акпарат.